Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня снова все на проекте Мазинху Реплей. Это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но для того, чтобы вам хорошо стартануть, конечно же, вводите самый лучший промокод. Пишите SHMM, 7 пункт промокод, указая друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, если вкачаете 10 уровень. Берите, проходите квесты, качайте уровень. Уровень и забирайте свои деньги. Но в этом ролике, дамы и господа, я вам покажу номера, которые мне подогнали, то есть это фулл блаты, там еще есть некоторые номера, ну и в принципе произошло много таких изменений, которые я вам хочу показать. Ставьте лайки просто, подписывайтесь на канал, давайте наконец-то добьем 22 тысячи подписчиков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну и давайте постараемся на этом ролике набрать примерно 200 лайков. Покажите реально очень хороший актив, потому что я стараюсь выпускать ролики каждый день. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, я думаю, сначала мы начнем с этого автомобиля. Вы уже, в принципе, увидели в прошлом ролике, и многие заметили то, что, как бы, здесь, наконец-то, поменялись номера. Я, наконец-то, купил эти номера, поставил их на Magnum, и теперь мой Magnum выглядит максимально просто красивый. На него осталось только купить третий чип и аудио, и будет реально просто конфетка. То есть, мне эти номера обошлись, если считать полностью, где-то 15 миллионов. Я считаю, после того, что это реально немножко, ну, жестко, конечно. Многие бы эти номера не купили бы за эту сумму. Многие сказали бы, то, что это максимально просто дорого. Я как бы шарю в этих номерах. Я думаю, вы тоже, кто меня давно смотрит, шарите, что это за номера. Поэтому вот такие вот делишки. Вот такие вот теперь номера, пацаны, будут стоять у меня на Магнуме. Бля, эти диски реально просто, они очень красиво здесь смотрятся. То есть стоит неончик там туда-сюда. Давайте я покажу ПТС просто. Возможно, кто-то не видел. Здесь ничего такого прям нету, пацаны. По сути, простой Магнум, но максимально просто красивый. Да, пацаны, первый чип, как бы, ничего такого нету. Даже сигнализации, по сути, нету. Ну, а третий чип, пацаны, я думаю, поставлю на венте. Тем более, он должен выйти в конце этого месяца. Поэтому буду потихонечку его собирать. То есть, третий чип, там, возможно, в будущем еще аудиосистему. Поэтому, ничего страшного, пацаны. Соберем мы хороший Magnum. Также, пацаны, некая такая информация для вас. Я купил, получается, новую сим-карту. Теперь вы можете ее запоминать. Я специально купил такую симку, чтобы вы могли ее легко запомнить. Связаться со мной, чтобы я вас там принял в семью, компанию, либо просто можете что-то спросить. Ну что ж, получается, следующий автомобиль, я думаю, вы все эту машину знаете, но здесь поменялись номера. Да, теперь здесь номера стоят Хан четверки, то есть мне эти номера тоже подарили, мне это, эти номера подарил подписчик. Большое ему спасибо, Алексей, если ты смотришь, реально тебе просто огромное спасибо. Это все, пацаны, происходило на стриме, просто не пропускайте стримы, потому что на стримах происходит много чего интересного, и вы реально просто пропускаете очень интересные моменты. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте колокольчик и заходите на стримы, чтобы не пропускать реально кайфовые интересные моменты, которые происходят. Сходят на стриме. Алексею реально большое спасибо просто за подгончик. Номера реально очень просто хорошие. Также, пацаны, я эти рамки немножко переделал. Здесь были, получается, красные рамки. Я эти рамки снял, поставил обратно и сделал их фиолетовые. Здесь только не хватает неона, но я в будущем неон сюда поставлю, пацаны. Поэтому тачка будет реально бомба. То есть, как вы понимаете, я этот автомобиль решил не продавать пока что и оставить себе. Многим эта машина не нравится, но я почему-то от этой машины реально просто кайфую. То есть она там едет 240 с первым чипом, это очень даже неплохо, на ней можно и подрифтить, и погонять. Ну и самое интересное, я оставил для вас под конец, это вот такой вот гелик. Я не знал, кстати, что его пофиксили, он теперь едет 230 с первым чипом. То есть тачка максимально приятная, я реально просто удивлен был от его управления, от его ускорения там и так далее. То есть тачка реально прикольная, но дело не в машине, пацаны. Дело именно в номерах. Это, пацаны, мои самые первые блат номера. И это, пацаны, N-ки четверочки. Да, просто да. Ебать, они так пиздато смотрятся. То есть я не был никогда там
там любителям таких, ну, номеров, именно энок, но они мне реально очень сильно зашли, то есть они смотрятся максимально красиво. Большое спасибо также Алексею за этот подгон, то есть он мне подарил Хан четверки, и он подарил мне этот гелик вот с этими номерами. То есть ему реально очень большое спасибо, просто, блин, я реально не ожидал. Да, это тачка без аудиосистемы, ну, просто обычный гелик с нитро, то есть пока что этот гелик оставлю себе, я его продавать не буду, потому что мне некуда эти номера переставлять, поэтому гелик останется у меня. Есть как бы чип, антирадар, и есть самое главное, это нитро. То есть тачка реально прикольненькая такая, заряженная, я ее пока что оставлю себе и буду на ней ездить, кайфовать. Но сам смысл, пацаны, то, что это моя самая первая машина с блат номерами на втором серваке. То есть это мои самые-самые первые блат номера. Это реально максимально круто. Большое спасибо еще раз Алексею. Реально, она с нитро просто подрывает. Какая сучка просто. Реально, я охренел то, что его так пофиксили. Он реально сейчас едет очень хорошо. Максималка 232 километра. То есть это реально очень хорошо. И я бы даже эту машину добавил в топ авто самых лучших на проекте. Потому что, честно, я не знал то, что его пофиксили. Я думал, он как раньше едет там 200 километров, он медленный, но, пацаны, он едет 230, то есть это реально очень хорошая машина. Честно, я не особо люблю ездить на машинах именно без аудиосистемы, но этот гелик мне реально понравился, он прикольный. Продавать эти номера я не буду, что Хан четверки я не буду продавать, что N четверки я тоже не буду продавать. Теперь получается у меня вот такой вот набор автомобилей, просто, ну, блять, пацаны, это круто. То есть теперь решена просто судьба. Какие номера я буду собирать. Я теперь буду, пацаны, собирать четверочки. То есть на 01 я собирал восьмерки, а на 02 я теперь буду собирать четверки. Так сошлось просто, пацаны, ну реально. Я не знаю, каким образом. То есть я заранее уже купил, по сути, мэр четверки. И тут мне Алексей дарит просто N четверки и Хан четверки. Я реально просто охуел. Это, пацаны, реально судьба. Потому что по-другому я это называть не могу. Я на самом деле очень рад, что Алексей мне помогает. То есть он говорит, давай, братан, подними там сервачок, подними онлайн, развивайте компанию, развивайте семью. То есть он меня максимально поддерживает. Реально, Алексей очень хороший пацанчик. Мы с ним на стриме сидели, как бы. И все это как бы происходило на стриме. Приходите на стримы и лучше ничего не пропускайте, пацаны. Потому что на стримах реально происходит много чего интересного. Но на этом, пацаны, я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь просто на канал. Давайте наконец-то добьем 22 тысячи подписчиков. Ну и давайте на этом ролике наберем 200 лайков. Я вам также буду очень сильно благодарен. Все ссылочки есть в описании, вводите промокод, приходите на второй сервачок. Всем пока-пока.